Ведорочек прямо спускай. Давай. Руку оголи полностью. В регионе началась прививочная кампания от COVID-19 для подростков. Отечественная вакцина «Спутник М» рассчитана для детей от 12 до 17 лет. Она разработана научным центром имени Гамалеи и состоит из двух компонентов. Чтобы сделать прививку, нужно получить заключение врача. Ирина Симакова рассказывает, в семье привиты почти все. Она, муж, старший сын и бабушка. Прививки не было только у сына Алексея. Поэтому с ним старались лишний раз из дома никуда не выходить. Теперь можно не беспокоиться о здоровье ребенка. Мы ходим по торговым центрам, он тоже хочет, ему хочет свой QR-код. Ну и вообще, конечно, хотелось бы, чтобы защита была от этой болезни страшной. Вот дождались вакцины, сделали прививку. С появлением в России штамма омикрон растет число инфицированных, и все чаще заболевают дети. Поэтому их вакцинация сейчас необходима, уверены медики. Прививки делают на добровольной основе по заявлению законных представителей ребенка. Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств. Если ребенок не достиг 15 лет, заявление и согласие оформляется от имени родителя. После 15 лет согласие может быть оформлено непосредственно как несовершеннолетним, так и родителям. При этом заявление пишет только родитель или законный представитель ребенка. Конечно же, вакцинация детей от коронавирусной инфекции не менее важна, чем и взрослых, потому что во-первых, большое количество детей болели и болеют коронавирусной инфекцией, и это важно не только для того, чтобы защитить детей, но и с точки зрения, чтобы сформировать коллективный иммунитет, потому что как родители заражаются от детей, так и дети заражаются от родителей. Первые партии с ценным грузом поступили сразу в несколько регионов России, в том числе в Самарскую область. 63-й регион получил 1920 доз. Все они были разделены по поликлиникам Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Виктория Шарая, «События».